синий ключ. Ты прекрасен, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Нафиг ты мне нужен, только я не понимаю. Василич, я сам не знаю, куда я улетаю. Фига себе. Василич. Вот такие вот дела. Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Смертник, мы продолжим проходить этот прекрасный мод. Кстати, ребят, мод на самом деле сделал не главный, это написал автор этого мода, причем написал не главный, это чисто не мой мод, вот такие вот дела. То есть я вообще думал, что мод делал другой человек. Ребят, кстати, кто-то обратил в конце прошлого ролика, там, по-моему, подписчица, что ли, написала какая-то... Помните, если можете даже включить в конце предыдущего ролика, Василий здесь лазит. Ко мне залазил в этот дом, в который я забрался сверху. Вопрос, а как он сюда попал? Не, реально, здесь же закрыто. Я что-то не совсем понимаю, как он сюда попал. Может быть, попробует еще раз туда залететь и просто посмотреть, как он туда вообще хотя бы попадает. Я не знаю, ребят. Ладно, ставьте свои лайки. Не забываем подписаться на канал. Хотя просто можете поставить лайк и нажать комментарий. И, кстати, здесь у нас сверху, там должна была быть карта. Но ее почему-то у нас нету. Она просто отсутствует. Автор даже написал, где там должна быть карта. Я зашел в модкит, посмотрел, ее нету. Она там есть, но в игре здесь нету. Ладно, ребят, давайте начинаем. И поддержите лайком. Сидит тут Леша, значит, вообще весь больной, весь переломанный. Пишет для вас ролики, значит. Но это действительно вызывает довольно-таки дикую боль, когда я сижу, блин. Благо, обезболивающие хоть немножко помогают, в смысле, это записывать. Поэтому каждая запись ролика, это довольно-таки сложно для меня действительно дается, ребят. Поэтому я вам прям признательный за поддержку. И, кстати, этот ролик вчера собрал довольно-таки много просмотров, чему я сильно рад. Так, ладно, давайте. Так, доброе утречко. О, доброе утро, Василич. Как у тебя дела? Василич! Так, а если его опять туда взять, заманить? Ладно, не буду его никуда заманивать. Все, Василич опять побежал за мной. Василич, давай бегать, давай бегать. Полезли куда-нибудь. Все, выше, выше и выше. Выше мы забегаем. Дверочку мы открываем. Так. Еще есть один синенький ключ у нас. Я так думаю, это от основной двери идет. Может быть и нет. Так, и гаечный ключ. Так, у меня здесь есть обычный ключ, есть гаечный ключ. Так, может быть, ружье тогда где-то здесь выкинуть? Может быть, оно мне особо больше-то и не понадобится нигде. Потому что, ну, зонтик навсегда понадобится, мало ли. Может быть, погода будет плохая, еще что-то туда-сюда. В общем, все как обычно, так. Все нашли, можно идти дальше. Так, а на дне-то здесь точно ничего нет? На дне, по-моему, точно ничего нет. Так, дай-ка это дело сломаю. И сейчас опять попытаюсь. Так, можно я залезу, пожалуйста? Так, залечу. Так, залетел. Василич! Как он сюда залазит? Василич, там закрыто. Объясни мне, как ты сюда попадаешь? Скажи мне, пожалуйста, Василич, как ты это делаешь? Все, Василич, я снизу. Он опять как-то взял сюда, забрался. Я не понимаю, как он сюда забирается. Василич, я здесь снизу. Давай, иди ко мне. У меня твоя акула. Так, он что, не пойдет вниз, что ли? Не, мне интересно, как он действительно заходит туда и выходит? Только что об этом говорил. Так, он пошел там что-то в дом проверять. Ну ладно, он, допустим, может быть, спрыгнет оттуда. Но действительно, он как-то берет там и появляется. Мне интересно за ним даже понаблюдать. Василич, вот я снизу стою, ты не пойдешь ко мне? Ты не знаешь, как выйти теперь отсюда? Ну все, живи теперь там. Так, вот он начал слазить. О, молодец, Василич, уважай за характер, спускай сразу помидорчиками при этом кидаешь. И как он сейчас выберется оттуда? Все, Василич застрял, Василич походу никак уже оттуда не выберется. Так, еще один этот откроем, ладно, нужно освободить, наверное, Василича. Пока он будет лазить туда, вверх-вниз. Так, нужно сбегать на второй этаж вот сюда.
Вот здесь должна была быть карта. Вот куда я прыгал, здесь должна была быть карта, но... Он бежит. Не, ну ладно, здесь... Блин, да ё-моё. А здесь, кстати, я никакую карту не пропустил случайно. Где-нибудь в уголочке. Что-нибудь еще. Я много где что мог пропустить. Но я ведь слепошара Алексей, мне, конечно же, можно пропускать. Так, а я 2 или 3 ставил ящика в прошлый раз, чтобы прыгнуть. Так. Блин, головой ударяюсь. Да ё-моё. Давай тогда вот так поставлю. Хотя я же запрыгивал сюда, и все нормальненько было. Так, давай ставлю вот этот. Он чуть побольше. И вот этот. Не падай, не падай, не надо падать. Вот. Вот здесь должна быть карта, ее нету. Василич, есть ниже карта? Нет. Я не знаю, куда она делась. Почему она вообще, в принципе, куда-то делась? Так, а вот так я смотрел вчера. Может быть, она типа это провалилась? Да нет, нифига не провалилась. Ну, короче, карта здесь должна быть. Но ее нету. Я не знаю, где она, куда она делась, зачем, почему, я без понятия. Без понятия, куда делась, так здесь тоже ключей нету. Кто-то говорил, что есть ключи, нет, нифига нету. Так, и где-то в уголочке, вроде, говорили, еще одна карта есть. Так, ладно, там карта такая красненькая, это надо просто взять, запомнить. Да вроде все везде забирал. Так, а куда? А, так, ну ладно, у меня врач, в принципе, есть. Я наверх могу подняться. А как Василий спустился-то оттуда? Может, еще раз попробовать туда залезть и посмотреть, как Василий туда забирает все-таки? Так, акула, давай, короче, останавливай машины, я в тебя верю. Ай! Нифига себе, меня чуть не увезли подальше от акулы. Василий, смотри, я сейчас еще раз наверх залезу. Как ты мне объясни, как ты туда залазишь-то, а? Кстати, а можно прямо отсюда вот, по-моему, прыгать спокойно и туда забираться. Сейчас я посмотрю, как он туда попадает. Мне прям реально интересно. Василич, я лечу. Давай ко мне. Вот он идет куда-то в дом. Василич, я здесь, Василич! Во, он меня видит. В смысле, Василич? Это что такое? Подожди. Он вот здесь берет, забегает. Я не знаю, как он это делает. Короче, просто забегает там спокойненько. Ладно, надо Василича освободить. Я, по крайней мере, понял, как он это делает. Полезу здесь, залезу, что-нибудь здесь еще поищу, конечно же. Так, что у нас здесь есть? Что есть, чего нет, я без понятия. Но что-то явно где-то есть. Так, здесь ключик. Ключик вот он. Имеется. Имеется такой ключ у нас. Заходим. Я не знаю, зачем ты строил эту железную дорогу вообще. Для того, чтобы что? Видимо, чтобы было. Так. А вот это случайно не сверху ключ? Мне кажется, он вот сверху, чтобы выше залезть. Вот туда. Очень-очень-очень похоже на это дело. Так, ладно. Полезли. Или это все-таки от двери? Я не знаю. Сейчас разберусь. Вот, мне кажется, это отсюда. Да, замечательно. Отличный выход на крышу, но здесь надо передвигаться аккуратнее. Может, споткнулся, упал, проснулся, гипс. И все. Чего хорошего. Так, ничего здесь больше нету, да? Так, опять время звуков у нас началось. Так, сюда нужен красный ключ. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас Джонни стоит. Ключ от кукольного домика есть и красный ключик, который ниже. Кукольный домик у нас, по-моему, был на первом этаже, если я не забываю. А память у меня как у рыбки. Здесь помню, там не помню, как говорится. Опа, а может быть здесь еще что-то на крыше есть? Не просто так же здесь машина стоит. Василий, вообще, зачем тебе здесь машина?
Вообще, мне кажется, это машинка от этих, от аттракционов. В детстве очень часто он таки катался, самое веселое было ударяться друг об друга, а потом взяли и запретили. Какой тогда смысл в этом аттракционе, я так и не понял. Так. И что, я врубил? Я стесняюсь спросить. Василич, картины мне твои надоели. Все, давай все выкидываем. Так, давай рычажочек этот нажму. Не совсем понятно, что требуется. Так, еще один ключ. Так, спущусь вниз, пока там все дело пооткрываю. Василич, я Мэри Поппинс, я лечу к тебе. Чик. Прям смотри, сейчас оп. Чик, залетаю. Фига да, как умею. Сам в шоке. Ага. Василич тоже нормально все умеет. Ну это Василич. Василинатор 8000 снова в деле. Василич, у тебя вообще как, нормально все? Как все устроится-то? Ты куда пошел опять? Все, тебе все надоело уже? Пошел куда-то. Постоянно куда-то ходит. Блин, здесь не надо, Василич. Опа. Василич, пойдем кое-что покажу. Будешь лук? Ну получи тогда по голове стул, если не будешь лук. Так, нужно быстрее сбегать, пока Василич отвлечен. Собрать 89 тысяч капканов. Да ё-моё, я застрял. Вы пропустите, пожалуйста. О, замечательно, у меня трясучка началась. Как после новогодних праздников. Примерно то же самое. Так, ладно, хорошо, буду запрыгивать только через окно. Василич, у тебя окно разбили. Ты пойдешь сюда, нет? Иди ко мне. Василич! Походу, он сам там зайти не может домой. Так, еще один открыл. Ладно, Василич, давай прощаться с тобой. Все, я пошел назад, наверх, сверху буду дальше искать. Что есть, чего нет, я не знаю. Что-нибудь найду, что-нибудь потеряю. Так. Залез. Нужно посмотреть, там второй рычаг за что отвечает. Вот это интересно, зачем? А, ну стой, подожди. А вода у меня стоит на холодную или на горячую? Где вообще этот счетчик с водой-то был? Я уж, кстати, подзабыл. А, все, вспомнил, где он находится. Пойду туда. Ну, ё-моё. Так, как проходить-то по-нормальному? Василич, пойдем гулять. Не пойдешь? Ну, валяйся тогда, валяйся. Чего-нибудь остерегайся. Так, здесь, по-моему, был, если мне не изменяет память. Ну, стой. Ну, он должен же на горячей стоять тогда. Разве нет? Я не помню. Ничего не помню, ничего не знаю. Василич, ты опять изображаешь свой великолепный бег на одном месте. Так, поймал меня. Так, с горячего на горячий переключил. А толку, а почему не включается? Сейчас бы еще допереть, за что он отвечает вообще в принципе. Ну, он до меня, конечно же, не допрет. Ну, потому что я такой себе. Ладно, залезу выше, посмотрю. Так, вот это, я так понимаю, я сейчас куда-то поеду. Куда едем? Опа! Нифига себе, приехал куда-то. На недельку до второго я приехал в Комарово. Ключик я нашел здесь. Так, карточку нашел. Я прям очень долго буду бегать вверх-вниз. Туда-сюда. Йоху, Василич! Чух, я лечу.
Окошко у тебя не разбито, нужно окно разбить. Ну, Василий, что пока на месте занимается своими непонятными делами. Ну, тихо, Василий, подожди секундочку. Может, лом выкинуть, может, он мне не пригодится больше. А может, пригодится, я ж не знаю. Василий, все окно разбили, опять хулиганы бегают вокруг. Прям не говори, я сам в шоке. Блин, не успел нажать. Да я не успел даже увидеть, в который нажимать. Надо, кстати, ему этот отрубить. Опа, а как ты зашел? Василий, пойдем наверх сюда. Пойдем наверх. Наверх пойдем. Пойдем полазим. Давай, лезь, Василич, лезь. Ты ведь умеешь лазить. Так, а здесь больше ничего нет? Ты что, не будешь лезть, что ли, сюда или что? Ты что, обморок, что ли? О, молодец. Правильно, залази. Пока лезешь наверх, я буду открывать твой подвал. Так, еще одна карточка. Вот там, короче, вот этот тут была ключ-карта на втором этаже. Че, спускаешься? Нет, давай, спускайся. Разберемся с тобой. О, как мы с тобой разберемся. Так, ищем дальше. Ищем мы. Что-нибудь найдем мы. Так, давай дальше искать. Так, а здесь, интересно, багажники открываются или нет? О, обалдеть! Это машина того самого великого Лекса. О, великий Лекс, я поклоняюсь тебе. Я надеюсь, у тебя все дела хорошо. Привет, Лекс, привет, если ты это видишь. Надо поцеловать. Принесет удачу. Так, ладно. Ключик. Он, интересно, от подвала или оттуда, этот ключ? Лекс, ты машину-то заглуши! Ты чё, сейчас всё, аккумулятор сядет. Бензин закончится, вообще всё кончится. Аккумулятор, говорю, сядет. Что я несу? Так, здесь еще можно куда-то пройти. То есть здесь можно так просто зайти. Я туда пока не пойду. Потому что я не хочу. Так, нужно взять что-нибудь. Вот коробочка. Коробочка мне подойдет. Коробочка моя. Тебя знает вся моя семья. Что за бред, я снова напеваю. Ключ беру, как Мэри Поппинс, улетаю. Опа. Так. Чё, серьёзный? Всё не то, вся фигня, Василич, давай по новой. Это, скорее всего, от входа в эту было. Ё-моё, нашёл два ключа, они вообще не отсюда. Зачем я только вниз я полетел? Что ключ не тот, Василич, я не разглядел. Я чё-то вновь, опять я напеваю. Василич, когда тебя рядом нет, я так страдаю. Потому что в подвал твой зайти я желаю. Так, давай, все, поехали. Так, это может быть отсюда, кстати, было. Там что-то похожее было. Нет, монет. Так, ладно. А чего это тогда? Куда мне это пристроить? В смысле, мне сейчас еще это, что ли, сюда нести? Граммофон? А где вообще что закрытое есть? Там красным закрыт. Так, здесь нет нифига. Что еще, какие вальки есть-то?
А подожди, стой, там же, по-моему, дверь дальше была на замок закрыта, нет? Нет, здесь не замок закрыт, здесь, значит, штуку закрыта. А, ну да, конечно, вот перед глазами прям дверь. Слепошара Алексей, он на свете всех быстрее. О, здрасте. Сын Сайдус... Ой, извините. Извините, что я вас выкинул, бывает. А нафига я свет отрубаю? Ну что, без света веселей? Еще и эту штуку брать. Куда-то ее таскать. Здесь ничего нигде нету. Не, ну это я понял. А откуда что сливать-то? Ты куда второй ключ девать? Сын, это сантехник. Ты что здесь сидишь? Так, я, короче, боюсь в ту комнату заходить. Потому что у меня ключ заберется, я сейчас туда без всего зайду. Нифига себе, как я его повешал, а ты только глянь. Так, ладно. Пойду. А если у меня лом заберут? Хотелось бы. Забрали лом. А это прямо вот здесь сверху все это дело отрубается. Сейчас все отрубим. Надо взять только что-нибудь. Во, пригодится. Тапочек я взял. И куда-то вместе с ним. Взял и убежал. Так, что у нас здесь? Так, есть такой ключ. Так, лом мне, в принципе, может быть, даже и не пригодится больше. Я не знаю. Здесь больше ничего нет интересного, что ли? Хотелось бы что-нибудь интересное найти. Очень такое, ох, какое интересное. Так. Ничего нигде не вижу. Ничего нигде не слышу. О. Не, ну вряд ли. Вряд ли же мне туда нужно залазить. Не, ну это было бы очень бредово, если честно. Ну да, как я и думал, в принципе. Так, вопрос. Типа... А может быть в той комнате и есть тогда ключ, чтобы зайти? Ну типа, если сюда можно залезть и сбоку... А, вот отсюда нужно слить. Все, работаем как часы. Так, а куда я забирался-то в прошлый раз? Я забыл. Память как у рыбки. Тут помню, там не так. Сюда мне граммофон надо. А залазил. Лазил. Я залазил. Куда я забирался? Я забыл. Не сюда. Я забирался наверх. А, вот здесь я забирался. Все, точно. Точно. Сейчас воду солью. Ключик заберу. Все. И спокойненько пойду. А я иду по подоконнику. Это нифига не подоконник. По отливам иду. Так. Все, акула. Отошли твои деньки. И сегодня наплавалась ты. Так, надо взять что-нибудь. Что-нибудь нужно взять. Кстати, здесь можно же где-нибудь и карточку. О, посмотри-ка. Это вот выше открылось. Понятно, я все понял. Был бы дурак, бы не понял. Хотя и так дурак и все понял. Ну да, ладненько. Так, еще один ключ. Ты будешь сегодня сильно могуч. Я песни пою, непонятно зачем. Так, а здесь ни один из этих не подойдет. Мне кажется, что здесь, что где-то вот прям здесь один из этих ключей был. Есть, то есть.
Потому что он прям вот стоит, я его в упор не вижу. Ладно, фиксим. Полечу открывать. Может, он здесь лежит? Нет, нету. Может, у Лекса на машине? Лекс, у тебя на машине есть что-нибудь? Нету? Нет у него ничего на машине. Кстати, забыл сказать. О, великий бог Лек, завтра выходит ролик на канале Тени Буйлд про Hello Neighbor 2. Такие вот дела. Почему-то мне кажется, завтра вы будете записывать ролик по этой игре. Или послезавтра. А если не по игре, то по ролику. Ролик по ролику, нормально. Я не знаю, с кем я общаюсь с пиццей. Просто мне просто нравится пицца, я общаюсь с пиццей. Все, я полетел отсюда. Юху! Василич! Мэри Поппинс! Чик! Это что падает? Что за ведра падает? Василич, ты там опять что-то ставишь? Капканы свои. Так. Открыл. Не открыл. Открыл. Так, вот этот ключ, значит, непонятный. Синий ключ. Синий ключ. Ты прекрасен, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Нафиг ты мне нужен, только я не понимаю. Василич, я сам не знаю, куда я улетаю. Фига себе. Василич. Вот такие вот дела. Я летаю, господа. Так. Опа-на. Чик. Мне еще карточек надо найти. Я не знаю. 185 тысяч миллионов штук. Как-то так это все дело обстоит. Как-то все это дело именно так и обстоит. Так, опустите, пожалуйста. Все, спасибо большое. Так, блин, я этот забыл взять опять. Да ё-моё, а. Чё постоянно забывает? Программофон взять. Ладно, здесь посмотрю. Ой-ей! Блин, чуть-чуть не упал, чуть не разбился, а? Упал, проснулся бы, гипс и дела. Так, карточку нашел. А вот это, по-моему, от той двери, нет? Я как-то вообще логики не понимаю. И это вот от этой двери, да? Или нет? А типа, а зачем? Если я через окно сюда зашел. Ну типа, зачем? Может быть, он на первом этаже подойдет? Ну ладно, я в любом случае карточку заюзаю. Заодно проверю. Опа. Ага, не ожидали, да? Опа. Фига себе, Василич там тройной тулуп с переворотом изобразил. Но он там огет, он умеет. Надо это... Василич, капкан! Я тебя предупреждал. Все, отлично. Миссия выполнена, так сказать. Так, а этот я... Ну, это значит только от той. Ну, ладно, его здесь тогда оставлю. И пойду, схожу, наконец... Василич, иди ко мне. Иди ко мне, кому говорю. Ко мне, к ноге, Василич! Стук, по голове стук. Так, граммофон. Вот эту шляпу ему вырубить, он удавил уже с ней. Так, теперь надо выбраться отсюда. Как-нибудь выберусь. Как-нибудь выберусь я. Дамы и господа. Наверх я лезу опять. Буду ключи я искать. Что за дела тут творятся? Надо бы сходить мне просраться. Чёрт. Так, ладно. Ладно. Тын, все, иду сюда. Может, здесь пригодится куда-то ключ? Поклоняйтесь своему господину! Слушайте мелодии! Так, еще одна карточка есть. А чего этот ключ?
Давай! Меньше, меньше! Все, достаточно. Достаточно стен на сегодня. Так, еще один ключ. Так, ну вот это, наверное, не открывается, да? Этот домик я, наверное, не открою. Никак. Я туда банально не дотянусь. Алло, это дурка? Алло! Заберите меня, пожалуйста. Только без Васильевич. Алло! Что-то со связью проблемы сегодня. Сколько можно-то уже? Вверх-вниз, вверх-вниз. Туда-сюда, туда-сюда. Да куда этот ключ-то мне деть-то, а? А, это же лежал синий ключ, а рядом был красный замок. Да, действительно, до меня только сейчас доперло. Он же лежал синий ключ, и рядом был красный замок. Значит, этот ключ откроет вот этот замок. Нет, он не откроет. А я так надеялся, так верил. Чик. Летим. В окошко залетим. Опа. Открыл. Вообще какой-то цветом детской неожиданности. А чего эти ключи вообще? Кого открывать-то? Уж невидимый откроет. Тот, кстати, по цвету немножечко похож. Васильич меня потерял. Не, давай я этот ключ тоже там скину. Ну, чуть-чуть. Самый... Нифига себе они сбивают. Не надо так делать. Нет, он очень не похож по цвету. Ну да ладно. Так, у меня теперь есть два ключа. Понять не имею, нафиг они мне нужны, но они есть. Васильич! Не надо! Ты что, лезть сюда будешь? Ты обалдеешь сюда, нифига ты там меня бросаешься. Не надо меня клеем бросаться. Ты меня склеить, что ли, хочешь, или что? Сейчас смотри, шиперы набегут. Офигеем все вместе с тобой. И ты, и я, все офигеем. Как-то все так. Как же так произошло? Я не знаю, что на меня нашло. И наверх я поднимаюсь. Так, а чё у меня, какие варианты-то вообще? Стой, ну стой, комнатушки, я же все типа обошел. Да? Да. А куда? А куда мне идти-то? Шито крыто, все закрыто. А, вот, вниз есть проходы. Вот, как раз ключ. Да вот это вот замечательная лестница. Лестница самоубийц. Так, вот сюда я могу еще зайти. Точно. Это я выкидываю. Во, что-то нахожу. Я здесь просто так брожу. Ничего не нахожу. Это что такое? Это ключ-карта. Персональная ключ-карта Лекса. Вот так вот. Нифига себе ты, Васильич. С меткостью у тебя вообще все в порядке, я тебе скажу. Так, сюда я не поднимусь, да? То есть ключ-карту я здесь взял. Хорошо. Нафига мне этот ключ? Тын-тырын-тын-тын-тырын-тын-тын-тырын-т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 ын. А чё, а какие ещё варики-то? Куда идти-то? Так, здесь я эти не открывал. Открою, посмотрю. Может, что-нибудь где-нибудь я здесь найду еще. Но я не буду сейчас вниз спускаться ради одной этой лексовской. Зачем мне этот синий ключ? Че я им открывать должен? Мне еще красный ключ нужен. Вот туда, чтобы зайти. Где мне его найти? В шкафу там ничего нет.
везде бегаю, 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 бегаю я. Вот такие вот сейчас дела. Так, мне еще кучу всего нужно открыть. А может быть... Так, я сейчас вот так сделаю, чтобы за теми ключами нижними не спускаться, потому что их все равно не найду. Ага. Теперь я, по крайней мере, знаю, что не нужно туда спускаться. Синий ключ. Карта Лекса. Где-то еще вот... Что с тобой делать-то, а? Лопата. Там лопата лежит. Лопата мне нужна. Я же все здесь обошел. Больше я здесь ничего не нашел. Где-то, значит, пропускаю. Не знаю, что и где. Я тут вообще дофига чего где пропускаю, на самом деле. Но если так, по чесноку. Как-то так это все дело идет. Так, давай везде смотреть. Так, где искать-то? Где искать? Где искать? Где же ты, Катя, Кать? Так, ну в этой комнатушке здесь больше ничего нету. Вот осталось самое вот это вот мучительное, так сказать. Просто вот эта штука как? Она для чего? Что она вообще открывает? Зачем она что-то открывает? Я не понимаю. А, вот он. Вот он. Замечательно. Замечательно. Так, у меня теперь есть лопата. Потому что есть лопата у меня. А зачем мне синий ключ? Может, у меня что-то где-то дверь какая-то закрытая есть? Не, серьезно. Так, здесь черный есть. Лопата мне больше не пригодится, наверное. Ну, стой. Может, я им что-то открывал и забыл его выкинуть просто? Или как это работает? Васильич! Пойдем, 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 Васильич! Полезли, полезли наверх! Реально, а куда, куда, куда мне этот синий ключ-то деть? Молодец, Васильич, лезь! Так, Лекс. Ага, открыл. Осталась карточка только вот эта, которая потеряна просто. Так. И три ключа. Четыре ключа надо. Вот эту я уже нигде не найду. Она там сверху должна была быть. Но она куда-то пропала. Может быть, ее просто куда-то зажевало. Так, 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 так. Я даже не знаю, что здесь сказать. Тын-тырын-тырын-тын. Так, мне нужно еще целую 4 ключа найти. Кто-то мне говорил, что где-то здесь карточку я пропустил. Так у меня осталась одна карточка и та, которая, ну, просто пропала. Которая вот здесь карточка. В той комнате, где я лестницу не видел, ты там карточку пропустил. Вот здесь, короче, карточка прям лежала. Но ее нет почему-то. Она просто пропала.
Там ниже еще кто-то, кстати, написал прямо, что в комментах, что тоже проходил и тоже не было карточки. Блин, а вот реально, куда она пропала-то, интересно? Куда она могла бы деться-то вот, лететь? Может, она все-таки что-то как-то это? Я не знаю даже. Ладно. Неясно, непонятно. Я без понятия, где мы сейчас будем искать оставшиеся ключи. Но я думаю, надо сверху еще посмотреть немножечко. Немножечко сверху посмотреть. Так, точно, да, Ну да, вот они все открыты. И вот эта карта там лежала, там, где ее нету сейчас. Зачем мне этот синий ключ? У меня ведь все везде открыто, по-моему. Не осталось каких-то закрытых. А, вот эта, кстати, карточка, она вот здесь. Она просто выпала, я ее поэтому не заметил вчера. Ну, это, в принципе, не важно, с учетом, что здесь окна открываются. Не надо, Василич! Не надо! Не бери грех на душу! Так, давай, давай, выше, выше лезу я. Вот такие вот дела. Так, а я эту комнату полностью осмотрел? Может, здесь еще где-то ключики есть? Сверху, может, на шкафу. Так, 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 так. Давай искать, давай искать. Я не знаю, где искать. Кстати, вот манекены везде, но я нигде не видел этой штуки, чтобы она была. Вот просто вот оставшиеся 4 ключа. Где вас искать? Где же вас взять? Где вас искать? Так, ребят, я, короче, предлагаю просто все это дело глянуть через редактор. Я тут, кстати, выше, когда был, прерывал запись, потому что... Ну, у меня, короче, бэкапс навернулся еще. А у меня периодически электричество отключают, поэтому я иногда вот здесь, когда стоял, я, короче, эту запись останавливал и по новой врубал, потому что я боюсь. Потому что если запись прервется, то прервется вообще все. Все, что записано, оно прекратится. Так, давайте, наверное, все-таки глянем через редактор. Еще будет вспомнить, какие там замки. Сейчас я добегу, посмотрю. Я вот помню самый нижний замок. Ну, потому что так мы задолбаемся бегать искать. Так, надо Васильича опять бежать, отвлекать. Ну, потому что я так могу вот просто реально, чтобы найти оставшиеся там 3-4 замка, я могу еще, я не знаю. О, началось. Че-то ко мне прикопался-то, а? Василич, иди сюда, вот сюда, лезь ко мне. Кстати, а здесь я нормально осмотрелся тогда? По-моему, нормально все осмотрел здесь тогда. Ты что, не полезешь ко мне, что ли, или что? Давай беги сюда, наверх залази. Давай, давай, лезь, лезь, лезь. Так. Вот этот прозрачный, вот повыше голубенький с этими. А я его снял, да, уже? То есть, получается, остался прозрачный этот и этот. Давайте, давайте я гляну это все дело через редактор. Ну, потому что я фиг знает, в смысле. Это можно просто бесконечно искать, мне кажется. Бесконечно просто. Так, какие там ключики? Так, прозрачный вот этот. Это у нас... Ой-ой-ой. А какой это вообще... Какой-нибудь код. Что-то код у него даже не вижу. Так, стойте, ладно. Сейчас другой посмотрю. А, вот код 119 у этого. И у этого минус 1. Подожди, минус 1. Минус 1. Я же какой-то ключ рассматривал, который был минус 1. Окей. Кей-кей-кей-кей-кей.
19 минус 1. Вы можете, ребят, пока лайки поставить, пока я ищу, конечно же, чтобы вам не обламываться. Сидеть. Так, 119 у нас находится. Опа! А нифига я его пропустил. Подожди, а почему 119 этот? Точно 119 был. Угу. Так, сейчас посмотрю минус 1 сразу, где находится. Так, и минус 1. В смысле? Ну просто слепошарый Алексей, как всегда, снова был в деле. В деле был слепошарый Алексей. То есть, подожди, я то есть тупо добежал, да? И вот этот ключ я не взял, да? То есть открыл и не взял. Ладно, хорошо. Васильич, не надо! Не бери грех на душу! Пойдем, пойдем наверх, Васильич. Пойдем наверх сюда. Давай ко мне, наверх, к ноге. Молодец. Подожди, реально я че, вот второй замок, ключ? Стой. Я здесь не вижу никакого ключа. А вот здесь замок минус один должен быть. А че? Подожди. У меня нет здесь замка, ключа. Вот он лежит, прикинь. Он просто, короче, оттуда выпал на пол. И я его поэтому пропустил. А нафиг мне тогда этот синий ключ? Я им открывал? Нафиг я его вообще с собой таскаю? Нафиг этот ключ с собой таскаю? Он мне нафиг не нужен, походу. Васильич! Иди сюда, сюда иди, кого говорю? Иди сюда, 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 беги. Давай опять наверх лезь. Просто на полу лежал. Он просто выпал. Васильич, я здесь. Давай, 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 залази. Да, реально, что один, что второй я видел до этого. Ну, в принципе, не суть. Так. И остается вот этот невидимый. Так, а у него я что-то код не могу, короче, посмотреть. Я что-то не понимаю, где его глянуть. Код от этого ключа. Сейчас, ребят, посмотрю. Код 01 у него. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Тоже по-любому где-нибудь в таком месте поди пропустил. В смысле, ну, ребят, ну его я бы очень бы долго искал. Я бы его бы не нашел бы даже. Вот я больше чем уверен. Кстати, а вот у этой акулы. Вот эта акула вот у нас которая. Сливается ли от нее вода? Нет, я не вижу, чтобы от нее вода сливалась. Потому что последний ключ, он находится у нас вот здесь. Ну, типа, я бы вряд ли бы здесь бегал бы искал. Как-то так вот, как-то так. Да что, ладно, можно... А что, в принципе, какая разница-то? Я все равно не зайду, потому что у меня здесь ключ-карта потеряна. Вот этой ключ-карты нету. Все равно придется с помощью коста залетать. Все, то есть открываем. Последний, получается, залетаем. И здесь у нас просто Васильич. Просто Василий стоит, плачет. Звук я его убрал еще в прошлой серии, чтобы он не это... И финальная заставочка у нас вот такая вот. Ладно, ребят, спасибо, что досмотрели до конца. Как обычно, модов больше нету. Я не знаю, блин, завтра вот вроде с утра выйдет этот ролик на канале Тинибул про Hollow Knight 2. Вполне вероятно, что обновление тут же выкатится. Может быть, не выкатится, это неизвестно еще пока. Может быть, еще на третий или четвертый раз Hello Creep пройти. Ну, Hello Creep, я помню, с последний раз проходил ровно год назад. Ну, чуть побольше, год и один месяц назад. Потому что я выкладывал в феврале, снимал его в январе, в феврале, потому что я отдыхал вообще, улетал. Вот такие вот дела. Ладно, ребята, если вам понравился ролик, ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал и, конечно, жмем на колокольчик. С вами, как всегда, был я, Леха Смертик. Всем отличного настроения, всем удачи, всем пока. Увидимся, друзья. Спасибо, что со мной. Спасибо, что остаетесь. Все, давайте, всем удачи, всем пока. Давайте. Покедова, господа!